Збиті російські літаки, вибухи на російських нафтобазах та ураження об'єктів у Криму. Це неповний перелік спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України. Моя колега Єлизавета Яковлева поспілкувалася з одним з учасників знакових спецоперацій. Ексклюзивне інтерв'ю з військовим спецпідрозділу «Тимура» за позивним «Леван». Дивіться далі. По тому не пропустіть випуск новин. Добрий день. Дякую, що зголосилися на це інтерв'ю. Власне, 2 роки повномасштабної війни. Розкажіть, будь ласка, якими ці 2 роки були для вас? Вітаю вас. 2 роки війни. Да, ну, это было нелегко, но за нами стоит наша страна, наша семья. И я думаю, что никто не устал. У нас есть силы, у нас есть возможности для того, чтобы продолжать эту войну до победного конца. У скольких операциях вы брали участь? Спецподраздел Тимура проводил больше 20 специальных операций. В разных точках, как и на территории Украины, так и за территорией Украины. Вы приєдналися до розвідки ще до повномасштабного вторгнення? Нет, до повномасштабного вторгнення у меня есть определенный боевой опыт. И, соответственно, в начале полномасштабного вторжения було прийнято рішення, що ми стоїмо в строю. Чи повпливало на ваш вибір те, що ваша рідна країна, Грузія, теж має гіркий досвід боротьби з російською агресією? Воно дуже сильно повлияло, тому що Грузія до сих пор знаходиться в нелегкій ситуації. 20% країни окупована. І та ж сама ситуація зараз практично в Україні. І той бойовий досвід, який у мене був, він в основному був приобретений в Грузії. Ви казали про те, що брали участь у приблизно 20 операціях. Скільки з них відомі широкому загалу? Стратегічно важливі і дуже своєобразні – це операції по морю. І то, что было сделано, то, что было реализовано, в принципе, для всех, включая для наших партнеров, это была практически невыполнимая задача. Те ребята, которые провели эту операцию, они написали новую историю. Одна з операцій, в якій ви безпосередньо брали участь, це захід, точніше, заходи в Крим. Розкажіть про свій досвід, як це відбувалось? Це комплекс спеціальних операцій, які проводило Головне управління розвідки. Це дуже складний механізм, кілька етапів для того, щоб повернути повний контроль над стратегічно важливими об'єктами. Це перші операції штурмового характеру. Це дало можливість нам, щоб противник почувствовал, что они уязвимы. Первые операции нанесли огромный ущерб по противнику, как и в материально-техническом плане, так и в физическом плане. И после уже следующим этапом, когда мы начали бить по острову Змеиный специальными средствами, это дало возможность, чтобы они отошли, они оставили остров. После сразу уже спецподраздел Гурму Тимура зашел на полуостров. Мы взяли под полный физический контроль полуостров. И этим укрепили уже наши позиции между, так сказать, нашим берегом, который находится под контролем, и между полуостровом. А что было наискладнейшим? Самое сложное в этом всем были технические средства, которые у нас не было. Реально можно сказать, что спражный герой и народ наш, который может практически не имея соответствующие средства для того, чтобы поразить огневые точки противника, сможет придумать альтернативные варианты. Сделать. Можем сказать, что большие профессионалы данного дела, наши там партнеры, в том числе и западные, то есть смотрели на это очень скептически.
Это было сложно поверить. Так что технические средства, они решают очень большой кусок работы. Но, несмотря на это, у нас есть сила воли, которая заставляет нас идти вперед. Это наиболее зброя. Да, так, все верно. Но сам факт, что 24 числа, в День независимости Украины, мы находились на территории Крыма, и украинский флаг находился на территории Крыма, это был один из важных факторов. И мы это сделали. И население Крыма, которое находится там и которое 100% поддерживает Украину, но не может реагировать на те или иные моменты, и оно почувствовало наше присутствие. Не менш важлива операція ГУР – це було захоплення так званих вишок Бойка, яких називають. Фактично, це були два виїзди на гумових човнах за 100 кілометрів без прикриття, без підтримки в повітрі. І ви це змогли зробити, по-перше, встановити контроль і відійти без втрат. То, что мы провели операцию без страт, это показатель высокого профессионализма бойцов и высокого профессионализма руководства, чьим керівництвом была проведена эта операция. Переход был реально больше 200 километров. Он был сложным, учитывались все детали, в том числе и погодные условия, режим. Специальная техника, специальное оборудование, обмундирование. Высчитывалось все до малейшей детали, с учетом каждого килограмма. И на фоне этого уже, когда полный расчет был сделан, было принято решение двигаться. И с учетом этих расчетов у нас все получилось. Так для нас было важно первым этапом взять под физический контроль остров Змеиный и вышки Бойко для того, чтобы развивать оттуда успех в сторону временно оккупированного Крыма. Чи можна сказати, що такими маленькими операціями-вилазками ми поступово виборюємо велику перемогу? Я хочу, чтобы все понимали, не может быть быстрой перемоги, вот сейчас прям, потому что это сложный путь. Но если мы так стабильно и четко будем передвигать линию фронта в сторону противника, обязательно будет победа, и она будет, в принципе, скоро. Главное верить в наши силы, главное верить в победу, потому что у нас другого пути нет. Не можу в контексті цієї операції з вишками Бойка не згадати один момент. Я кілька місяців тому спілкувалася з вашим колегою, це командир підрозділу «Артан». І він розповів, що коли один із його бійців під час маневру випав із човна і, якщо я не помиляюсь, 16 годин провів у відкритому морі, власне, коли його знайшли, було запитання, як він витримав, як він взагалі проводив ці 16 годин у відкритому морі. І він відповів коротко, ну хоч виспався. Так, да, так і було. Чоловік, який во время проведення спеціальної операції випав із човня, він провів більше 16 часов. Чоловік, більше 9 часов він не мог провести на воде, с учетом той амуниции, которая на него была, он не мог. Но когда боец рассказывал, да, он периодически засыпал, потому что отключался. Потом просыпался и продолжал плыть. И это показатель силы воли. Структура, которая отбирает особо мотивированных бойцов, для особо специальных задач. И сам по себе основной составляющей подбора – это мотивация и морально-волевые качества бойца. За эти ценности люди идут умирать. Это гены воина, это гены украинского народа.
гены людей, которые просто жили спокойно, и кто-то пришел, и эти гены воина разбудил у них. Еще раз говорю, я видел людей, которые приходили просто с улицы, которые работали в разной сфере, кто-то в IT, кто-то там был властником своего бизнеса. И через несколько месяцев вместе с нами плечом о плечо воювали, как будто всю жизнь занимались этим. Тож, працюємо на майбутню перемогу і чекаємо новин. Дякую вам дуже за інтерв'ю. Дякую. Слава Україні. Воюємо. Працюємо. Переможемо.